Добрый день. Да, добрый день. Какой вопрос у вас? Моя фамилия Андреев, я сын пациента Андреева. Отец ничего не говорит о своем диагнозе. Так, стоп. Перед тем, как начать разговор, мне нужна генеральная доверенность. Я не знаю... Без этой доверенности, подождите секунду, я еще не сказал. Я не имею права с вами общаться. Без этого я даже слушать вас не буду. Я не знаю, генеральная она или нет, но у меня есть доверенность, мне сказали. Давайте. Так. А печать где? На обратной стороне должна и подпись. Все есть, вижу. И какой у вас ко мне вопрос? Отец ничего не говорил о своем диагнозе, вот, и, собственно, я пришел как представитель его семьи, чтобы понять, к чему нам готовиться, вообще, как его поддерживать. Не совсем ясно. Ну, смотрите, по данным гистологического заключения, у вашего отца метастазы карциномы в лимфоузлы шеи, это HPV-ассоциированная опухоль, которая является злокачественным образованием, крайне плохо лечится. И на самом деле хотелось бы его увидеть сначала, чтобы о чем-то говорить. Подождите, я не совсем понимаю, как может быть рак без первичного очага. Что это значит? То есть нет опухоли? Если вам что-то непонятно, можете почитать интернет. Но я пришел к вам специально. Есть книги. Но я к вам пришел. Почитайте и все узнаете. Нет, подождите. Это опухоли, HPV-ассоциированные опухоли. Это опухоли, ассоциированные с вирусом папиллома человека. Но чтобы о чем-то говорить, мне хотя бы нужно видеть пациента, подождите, чтобы понять, как его лечить. Просто скажите, есть ли у него шансы какие-то на выздоровление. Я вам только что сказал, что я должен сначала видеть пациента. Я не понимаю, зачем вы пришли без него? Почему? Что нет, с ним не так? Но вы понимаете, что отцу сейчас достаточно трудно... Я не понимаю. ...передвигаться, и ему... Я не психолог для того, чтобы сейчас вас успокаивать, сидеть, успокаивать вашего отца. Я его даже не вижу. Я вам рассказал, какое у него заболевание. Моя миссия на этом закончена. Но, как я понимаю, помощи мы здесь не получим. Вы правильно понимаете? Приведите мне пациента, чтобы я его увидел, потому что так я ничего не могу сказать. Вот с этой бумажкой, с вашей, ну, это ничто. Все понятно. Спасибо вам большое. До свидания. Да не за что. До свидания.